Я, ребята, слез с автобуса, а здесь что-то случилось, смотрите-ка. Пожар какой-то, что ли, горелым пахнет. Ё-моё. А что случилось? Тачка какая-то стоит вон. А, или это водонапорная, это. А что случилось-то? Столько пожарных. Милиция. Полиция, вернее. Хрена себе. Что-то тушит, где-то что-то горит. Что-то где-то горит. Пожарки какие-то тут куча. А что горит, пёс его знает. Что-то горит. А, парадная горит. Парадная горит. Получается. Или там что-то горит. А, там что-то горит. Ой, там что-то серьезное, прям там дым идет, прям. Там квартира что-то горит. Ни хрена себе. Вон, видите, тут открыто. Ой, тут что-то течет, пожарка. Хрена себе, вот это да. Пошли с этим словом. Хрена себе, там что, хата горит? Так вроде дыма вроде не видно. Пес его знает, что там такое. Вон люди бесстрашные туда пошли, но лучше не мешать. Интересно. Ой. С этими самокатами. Надоели с этими самокатами. Ну, видите, говорят, что сейчас сотрудники будут все перекрывать. Перекрыто все. Движение все перекрыто, прикиньте. Что случилось, КЗ? Тут, короче, и газовщики, и аварийщики, и Петербурггаз здесь, ни хрена себе. А что там такое? Там прям что-то жесть какая-то прям. Прям жесть. Я не могу понять, там то ли дым, то ли пар, пёс его знает. Нет, дым вон оттуда идет. С крыши. Вон оттуда, видно, дым идет прям. Прикиньте. Что-то серьезное, прям дым идет, смотрите. Охренеть. Вообще трэш. Точно по-любому либо крыша, либо. А там сверху на крыше что-то, видите, какие-то эти, может, что-то горит. Жесть. То ли лезть будет. А, там сверху с крыши что-то горит, похоже. Надо на крышу полезть сейчас. А, там вон, видите, сверху, как я говорил, там, оказывается, какие-то квартиры есть на самом верху, прикиньте, где жили, вот эти ролеты стоят. И вот там, короче, у кого-то что-то сгорело. Хрена себе. А я даже не знал, что здесь наверху такие есть, эти самые. У меня папа на Петроградке жил, у него там башенка такая была, и вот там тоже, прикиньте, люди. Охренеть. Ни разу, ребята, не видел, как эта вышка работает. Видите, он сел, сейчас сядет. Опа. Вот он, кадр прям. Сейчас Олег мне напишет, что у меня без приключений не происходит. Да. О, сейчас включит. О, смотрите. Ух ты, он сейчас ветку сломает. Да и хрен с ним. Ой, ё-моё. Ё-моё. Опупеть. Прикиньте. Это только на моем канале. Так что подписывайтесь. Где еще такое увидите? Только на моем канале. Правда, снимаю на телефон, потому что камера уже все отрыгнула. Как всегда. Ну, много снимаю. О, лестница. А как интересно забираться на нее.
Там, короче говоря, ДИТ вроде как наверху. Его не могут оттуда вытащить. Там ДИТ. Вот, поэтому они подняли вот эту штуку. Сейчас они будут его оттуда спускать, видимо, как-то. Или что, я пёс, или как-то к нему добраться надо, я не знаю. Ну вот по рации сейчас передали, короче. Вертолет еще какой-то где-то. Сейчас вертолет еще тащит. Вон. Какой-то вертолет еще. Короче, тут по ходу дела все. А, он слезает. Он, наверное, осмотрелся там, что как. И слезает. Да. Нелегкая работа у пожарников, конечно. Им, я не знаю, наверное, миллионы надо платить. Не нашим знаменитым этим певичкам и певцам. А вот им надо платить, потому что такую работу делают ребята, спасают жизни. Просто вообще огромная им благодарность, конечно, за это, ребята. Это вот хозяева пришли. Вот это, я так подозреваю, у них горит квартира. Вот они прибежали. Там у них, походу, дедушка находится. Да, трэш, ребята, трэш. Вон как они бегают, что там серьезное прям. Ой-ой-ой, кошмар такой. Что-то прямо какой-то конкретный дым-то повалил прямо. Прям так запахло, прям жесть. Вон прям, вот здесь прям видно, что дым. Хрена себе. Но они проливают там, видите, говорят, пытаются пролить, потому что всех жильцов выгнали оттуда. Ну, дышать-то нечем. Жесть вообще. Пипец. Он уже папарац. А, вообще что-то жесткое там, прикиньте. Прям жесть какая-то творится. Охрень, что там прям серьезно, еще пожарка или что там.
еще кто-то едет. Что-то они прям забегали, там что-то прям совсем серьезное. Интересно, они деда-то оттуда достали или нет? Или он там так... Если он там так сидит, он задохнется же там? Писец. Прям перекрыли все. Ё-моё. Что-то Ларгус какой-то... А Ларгус это аварийка. Это, я так понимаю, управляйка этого дома. Пипец, блин. Жесть. Там он папарацци снимает, видимо, живет в этом доме. Жилец. О, смотрите, по шлангу вода пошла. Пошла вода. Сейчас будут напор давать. Напор пошел. Это, я так понимаю, начальство подъехало какое-то. Ну, проверяющее, типа. Там он еще кто-то едет. Ой, что-то прям вообще жизнь какая-то, ребят. Еще кто-то едет. Сейчас еще должны из генштаба приехать, если что-то серьезное. Он еще что-то едет. Тут он, прикиньте. А, там тоже выход есть. Такие дворы прям. Тут какая-то как стройка идет. А, там мы все равно не выйдем. Здесь, как знаете, в этом сериале «Брат». В фильме «Брат», вернее. Такие дворы. Там квартиры есть. Тачка брошенная, уже 1000 лет тут стоит. Прикиньте. Это, прикиньте, это квартиры. Вот. Квартиры. Ну вот, начальство подъехало. А, наоборот. Че, вроде уже так горелым-то не пахнет вроде. Я сейчас посмотрел, фотки выложили с той стороны, что там. Там полностью выгорело с той стороны вся крыша, вот так вот полностью. И, короче, говорят, что мало народу, не хватает, поэтому они не могли долго потушить. Ну, или уже потушили. Ну, просто мало было изначально народу, надо было больше, видите. И там с той стороны все выгорело. Там еще, говорят, кошки были какие-то. Но вроде как спасли всех, слава богу. Так, ну что, все вроде как. Теперь там комиссия решает, что куда, кто виноват, кто не виноват, чего куда. Вот. Я, короче, выложил, ну, в группу нашего города ДТП и ЧП, ну, анонимно, правда, что. Боже, что там только не пишут люди, господи. И дом горит, прости господи. И вино там горит. И что там, я говорю, слушайте, ребята, вам не стыдно, у людей там горе. Сейчас люди придут, у кого там мансарда, а там погорело все нахрен. Вообще пипец. Просто что они творят? А, говорят, половина квартир там съемных. Ну, люди сдают, потому что здесь жить-то... Ну, а что тут? А туда не подобраться, это самые дворы-то низкие, пожар там не проехать. А этих самых пожарных гидрантов не так много. И вот они ждали, пока приедет машина, которая через шланги подсоединят тудым-сюдым-с. В общем, все. Ну, слава богу, что потушили все уж. Я уже пойду, потому что мне еще надо машину посмотреть. Если я ее найду, конечно, у меня уже поясница болит. Надо перекусить что-нибудь. Да, проводка. А, не сказал, проводка. Старая проводка, поэтому она ее и замкнула. А пока там началось, пока тудым-сюдым, пока приехали, пока туда, вот оно все. Так вот. А вот тут, ребята, стоит автобус, который прям маршрут. Маршруты прямо у него, видите?
путешествие по советскому Ленинграду. Я, правда, не знаю, сколько что это стоит. Она спустит, нет? Ну, видите, он стоит тут. Я-то думал, что он тоже будет это, кататься. А он, оказывается, ну, тут можно экскурсию заказать. Его восстановили, и вот на нем ездят. О, смотрите, какой едет. Вот это можно экскурсию заказать. 900 рублей, вроде как говорят, стоит. Но там он сказал, что у него уже все не оригинал. Ну, чтобы для такой-то японский дизельный двигатель стоит. Чтобы можно было... А, и вот еще тоже белый Икарус. Это который сегодня был. То есть они двое, по двое ездят. Там кипиш в трамвае, прикиньте. Чувак, короче, мутузит другого. Чуть ли не убивает его, прикиньте. Вообще жесть. Короче, подъехал трамвай бесплатный, 30-й. Там мужик другого мутузит, чуть ли там не убивает. В общем, трамвай уехал, вызвали ментов. Мигранты, короче, дерутся. Прикиньте, он его так мутузил, чуть не убил. Он, наверное, убил его там. Сейчас полицию, говорят, вызвали. И, в общем, трамвай поехал, в общем, трэш какой-то. И он, главное, знаете что? Он весь мокрый, и он его бьет, и прям там кровище, там прям мясо. Это страшно. Вот представьте вот так вот, не дай бог, в транспорте с кем-нибудь. Я что-то не хочу уже идти контролером работать, ребята. Вы знаете, я не хочу. Реально не хочу. Что-то мне как-то это страшновато стало. Так что, ребята, скажу я вам, это очень страшно. Если бы вы это видели, я не знаю, мне очень было страшно. Очень. Так что, ребята, не приведи Господь такое увидеть, это очень страшно. Я реально видел, как человека просто вот убивали реально, его забивали просто. И причем я говорю, что там такой мужик, битюк, масел, он весь потный, и у него, видимо, приступ ярости, и он понимает, что у него уже все, а он его до конца еще кулаками вот так вот херачит. О, ребята, я в таком сейчас шоке, у меня же даже голова разболелась. Так что, ребята, будьте аккуратны, пожалуйста. Все, нам уж приехали домой.